«Три котенка. Сказки и рисунки Сутеева». Три котенка, черный, серый и белый, увидели мышь и бросились за ней. Мышь прыгнула в банку с мукой. Котята за ней. Мышь убежала. А из банки вылезли три белых котенка. Три белых котенка увидели на дворе лягушку и бросились за ней. Лягушка прыгнула в старую самоварную трубу. Котята за ней. Лягушка ускакала, а из трубы вылезли три черных котенка. Три черных котенка увидели в пруду рыбу и бросились за ней. Рыба уплыла, а из воды вынырнули три мокрых котенка. Три мокрых котенка пошли домой. По дороге они обсохли и стали как были: черный, серый и белый.